Всем привет! Обрезка куста красной смородины. Куст довольно молодой, поэтому обрезать тут много не надо. Ветки в основном все молодые, но вот плохо расположенные, и загущенность надо удалить, конечно. Значит, смотрим. Вот у нас веточка, которую надо удалить. Она у нас довольно корявая. Так. Так, ладно, порежем ее, чтобы не повредить. Так, что у нас еще? А, вот я его не взял еще. Так, что еще тут можно взять? Вот эта ветка, она как-то идет сверху тут. И так тут веток много. Здесь что у нас? Вот этот вот. Ну ладно, удалим на первый раз вот эту вот. Через весь куст идущую ветку. Хорошая ветка, но как-то она не так идет. Значит, эту мы пока трогать не будем. А вот эту вот можно, здесь загущенность такая приличная. А эту вот веточку мы оставили для размножения отводком крыжовника. Спасибо за внимание.